Всем привет, теперь я буду записывать видео на этот канал, канал Sound Mazda. Кто подписан, тот уже молодец, а кто не подписан, еще можете подписываться на канал. Это будут лайв-видео, в которых я буду рассказывать про автозвук, то есть на своем примере я буду учиться все делать, пробовать, ошибаться и так далее, и показывать все это вам. Что мы имеем? Мы имеем Mazda 3. Быстренько расскажу по системе. 22-й год прошел, сезон прошел, у нас зима, я думаю, фон белый видно, мы в полях. Почему мы в полях? Потому что мы будем замерять Pride T-шку 15-ю. Играет она от ультиматума 3800-го в данный момент, подключение у нее 0,35 Ома. И мы сейчас замерим все результаты, то есть мы пробежимся по всем герцовкам, там от 35 до 45, я знаю примерную герцовку, где пик вылезет, покажу максимальный результат, и уже вот от этой точки, это будет самая начальная наша точка, от которой мы оттолкнемся и будем пилить результат. Что по планам на 23-й год? Это посещение МТ, три класса мы будем заезжать, это фронт 12X, это 6 двадцаток будет и рупора. Потом у нас САП, это любитель, до 8 киловатт, и будет одна пятнаха. Пятнаха уже куплена, дома стоит. В данный момент замеряем Т-шку, и Т-шка идет на продажу. Больше она нам не нужна, нам главное взять с нее результат. И уже от этого результата оттолкнуться. Надеюсь, больше 150 спокойно будет с одной пятнахи и до 8 киловатт. Сейчас мы идем в машину, я покажу, чем мы будем замеряться, то есть какими приборами. Мы померим мощность, которая летит на сабвуфер, померим результат. Ну и все, погнали машину. Вот мы перебрались в машинку. Что мы имеем на данный момент? По дверям быстренько. Две двадцатки стоит, это Diamond D8 и два рупора T34. Головное устройство у нас Pioneer. Это 620 двухединочка. Вполне хватает для данной системы. Ниже у нас мультиметр стоит. Здесь выносной регулятор от генератора. Можно спокойненько подкрутить, сколько нам надо. И теперь по приборам, что мы будем замерять и чем. Все знают, что это такое. Температурку померяем, чтобы все было хорошо. Не перегреть САП, не перегреть усилитель. Это первое. Дальше токовые клещи. Это два типа. Этот мы будем кидать. Ампераж будем мерить. Этот вольтаж будем мерить. И также у нас есть вот цилиндр тормозной триады. Ну ладно, от него коробочка. Что мы в нем имеем? Это приборчик, который мы будем замерять. Ну, в целом, это все, что нам потребуется. И еще нам нужно сначала поставить титанатик. Вот он у нас сзади лежит. Он отбалансирован, заряжен. Теперь мы его закидываем, подключаемся и начинаем замеряться. Ну и сразу же расскажу по всей системе, что мы имеем, что у нас установлено и так далее. Это Pride T15 V3. Играет от ультиматума 3800-го. Усилитель верхний, это у нас на двадцатке, это Dynamic State, который 400 на 2 кастом, вроде как. Ниже дуи на рупора. И вот такой дистрибьютор делал сам. Получилось вполне достойно, считаю. В этом году будем его переделывать. И переходим к питанию. Где у нас стоит питание? Питание у нас стоит... Будет стоять вот этот титанат, я вам уже сказал. И у нас стоит вот питание. Что это такое? Это кислота. Кислота стоит, это просто временно, чтобы снять был титанат, зарядить его, отбалансировать и так далее. Сейчас скидываем этот аккумулятор, убираем его, ставим титанат и начинаем замеряться. Так, титанат мы установили. Все прикручено, сверху прикручено, снизу прикручено. Спинки сложили. Теперь можно спокойненько замеряться. Самый максимальный результат был именно так, то, что спинки сложены. Все, перемещаемся на водительское сиденье, запускаем автомобиль, начинаем наши замеры. Все, производим запуск автомобиля. Магнитола у нас скинулась, конечно, потому что мы питание отключали. Но все настроечки, то есть все срезы и так далее, это все у нас сохранилось. Будем замеряться с телефона, то есть я подключусь по Bluetooth и буду частоты все с телефона прогонять и замерять. И именно сам замер я уже буду вам показывать, на какой частоте какой результат. Так, питание пошло, все заряжается. Здесь 14,2, здесь 14,6. Где-то что-то у нас чуть-чуть под... врет, в общем. Здесь чуть-чуть подкручиваем, где-нибудь до 14,4. Нагрузочка на двигатель пошла, 14,5.
Ну, день 14,6 ставим и будем замеряться уже на 14,6. Теперь устанавливаем приборчик. Будем ставить в правый угол, как на МТ замеряют, будем замерять точно так же. Приборчик я подключил, датчик установлен, треки найдены, вот все синусы, не знаю, видно вам, не видно, но все синусы. Так, замеряемся, SPL mode, AVG, мы делаем SPL. Так, все готово для замера. То есть данный прибор замерит максимальное давление на определенном треке. Подключаем телефончик по Bluetooth. Так. И берем трек. Начнем с 25 и уже будем замерять. По громкости, как мы делаем? Максимум здесь 45-46 на данной магнитоле я замерял. Больше не надо. Но чтобы прогнать все частоты, будем замерять где-нибудь 38-40, чтобы не в шишку. А в шишку мы уже померим максимальный результат. Все, 35 Гц. Запускаем трек и смотрим на датчик. Здесь громкость крутим. Замерил я частоту 35, получился результат 146,2. Надеюсь, вам видно, но я буду все числа вам называть, чтобы это воспринималось как-то лучше. То есть 35 Гц, 146,2. Теперь с ходом 2 Гц, то есть 37, 39, 41, 43. Мы замеряем все, записываем это, и я вам покажу как бы эту табличку, где какой результат. Следующий замерчик произведен, 37 Гц, 146,5, уже чуть-чуть есть прирост. Теперь замеряем 39 Гц. Следующий замерчик также произведен, 39 Гц, 147 уже. Уже 0,5 дБ у нас плюсануло, то есть мы все ближе к настройке, к пиковой нашего короба. Идем дальше, замеряем теперь на 41 Гц. Следующий замер также произведен, 41 Гц, 147,1. Теперь будем каждый Гц промерять, это 42 и 43, потому что настройка была в сезоне 22, это 42 Гц на данном коробе, в общем. Следующий замерчик также произвел, 147,2 на 42. Теперь на 43 меряем, скорее всего будет падение и будет настройка все-таки 42 Гц. После этого мы подкинем клещи и посмотрим, какая мощность летит с усилителя на данный саб. Подключение, я напомню, 0,35 Ома. То есть это низко Ом, прям хороший такой низко Ом. И посмотрим, и будем уже от этого отталкиваться. Вот как я вам и говорил, 147,1 на 43, 0,1 минусануло при той же громкости, которая была у нас. То есть настроечка короба все-таки вышла 42 Гц, как и была в 22 году. Теперь что мы делаем? На 42 Гц нам нужно замерить максимальный результат. Мы сначала подкинем клещи. В общем, сегодня померить мощность у нас походу не получится. Сейчас покажу, в чем причина. Я не понимаю, в чем причина, но я покажу, что происходит у меня при замере мощности. То есть у нас вот токовые клещи, которые замеряют на плюсе и на минусе напряжение. И токовые клещи, ампераж на проводе замеряют. И когда выставлено максимальное значение, включаем синус немножечко. Сначала скинем. Вот устанавливаем максимум, начинаем накручивать. Так, начинаем накручивать, и прибор в ошибку у нас выпадает. В чем причина, я еще пока не разобрался. Прибор я только купил. Как эта штука работает? Так, попробуем поставить максимум. Включаем трек, точнее синус. И что вот это за числа, я вообще не могу представить. В общем, к следующей серии я обещаю вам разобраться с приборами, что как подключать, возможно, вы мне подскажете. Первый раз вообще замеряю мощность усилителя, что такое, тоже не знаю. По поводу результата, я думаю, все видели, настройка 42 Гц, там результат где-то 147 с копейками. На выстреле самый максимальный результат за сезон 2022 был
148,6, если я не путаю на настройке, также 42 Гц. И это был синусный трек с наложением синуса. Там правилами соревнования это не запрещалось, поэтому замер был именно на такой частоте. Я считаю, что мое видео было информативным. Я уже замерз на этих полях. Выехал я на поля, потому что не пугать окружающих. Я не люблю пугать окружающих, не люблю, когда жалуются на меня. Поэтому все замеры я провожу за городом, выезжаю за город и начинаю замеряться. Суть данного видео была закрепить первое видео у себя на YouTube-канале. Я считаю, что я это сделал. Второе, рассказать вам быстро по системе. По системе мы быстро пробежались. Я вам показал все, что мы имеем на данный момент. Как я и сказал ранее, это точка нашего начала. Тот момент, с которого мы начинаем. И мы начинаем делать эту систему громче. Будет два усилителя, два моноблока. Я скажу сразу же, это 2/3/800. Как мы их запихаем и какая система будет на этот год, следите за каналом. Сабвуфер, напомню, одна пятнашка будет. По фронту это будет 6/20. По приборам я жду в комментарии какую-нибудь информацию. Если вы мне подскажете, я буду вам очень благодарен, потому что я сам говорю, что я начинаю. Я пробую это все. Также камеру первый раз вообще держу в руках. И какое там видео, какой звук получается, я тоже себе представить даже не могу. Так же, как и с приборами. Маленько по автозвуку я соображаю, куда что подключать, делаю все своими руками. Виброизоляция, установка, все своими руками. Единственное, что я делал не своими руками, это дверные карты, которые я сделал своими руками, но потребовалась перетяжка. Я отдал мастеру, который перетянул мне эти карты. Ну, повседневненько. Ну, мне жестко первый раз. Первый выезд на поля, и даже на полях мы нашли людей, которые как бы оставили свой отзыв о системе, которая как бы даже по сути-то и не валит.
типа одна тышка и усилитель до 4 киловатт, это ничего. Но они слушали это первый раз, поэтому для них было это что-то, и им очень понравилось, как я считаю. Они даже спросили, что это за канал, но так как это первое мое видео на канале, то этого канала еще нету, и поделиться каналом я не смог. Но в скором времени, я думаю, все получится, и когда люди будут спрашивать, что за канал, я им буду говорить, канал такой-то, либо мы сделаем какую-нибудь, как сказать, наклеечку там или еще что-нибудь, чтобы могли люди подписываться и смотреть ролики, в которых они сами же и поучаствовали, получается. Я считаю, что это очень интересно, и для первого видео, и первой реакции для меня, как для водителя и того человека, который собрал эту систему, мне это очень приятно. Мне сказали, что валит хорошо, но я бы так не сказал. И как многие из вас, я думаю, тоже бы не сказали. Но в целом, если ты человек тот, который не слушал раньше громкого звука, вот это, я считаю, система стоит приличных денег. Даже в цифрах я не могу сказать, но стоит она как мой автомобиль, наверное. Стоил, точнее, сейчас я не знаю, сколько он стоит. И как бы цифры какие-то, говорить что-то, говорить, это просто как бы ничего никому не даст. Поэтому считаю, что система достойная. Первое видео у меня получилось, реакции получились, по системе немножко прошлись, разобрались. Второе видео совсем скоро, ждите на канале, и всем пока.